занимаюсь исправлением зрения, улучшением здоровья. И вот сегодня я хочу вам показать одно из самых эффективнейших упражнений для восстановления не только зрения, но и здоровья всех остальных органов. Сегодня утром во время медитации я понял, что глаза начнут быстро восстанавливать свое здоровье, когда они будут работать в ритме сердца, причем резко с движением диафрагмы, синхронно с движением диафрагмы. Я вам сейчас покажу это на примере основных мантр и религий. Прозвучали последовательно мантра Будды, зикр Мухаммада и первый куплет из четырех строчек молитвы Иисуса из Назарета, которая называется Абун Дебашмайя, или в переводе на русский язык «О дышащая жизнь». Резкое движение диафрагмы, когда вы на каждую восьмую долю вдоха и выдоха резко открываете глаза и меняете направление зрения, этим самым вы помогаете диафрагме в ритме сердца качать кровь глазам. Ритмично работают при этом мышцы глаз, восстанавливают свою силу влево, прямо, вправо, прямо, вверх, в середину, вниз, в середину. Мышцы становятся симметричными, и зрение очень быстро восстанавливается. Дело только за практикой.
Причем восстанавливается не только зрение, восстанавливается общее здоровье, потому что кровеносная система, она одна, она в виде восьмерки, обходит все тело. Поэтому вот такое молитвенное, или сказать, дыхание в ритме мантры, импульсами, в ритме сердца, оно является самым целительным. Желаю вам все это испытать на себе и порадоваться за себя. Успехов вам в освоении полного дыхания йоги. Причем заметьте, вдох у меня идет на 8 ударов сердца и выдох на 8 ударов сердца. В этом состоит гармония дыхания.